Так, луна. Луна с глазами. Вон они. Еще это похоже на картошку с глазками, но картошку я не люблю, поэтому пускай это будет луна с глазами, тем более это она, хоть и без них, и есть. 28 июля 2021 год, Харьков. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. 5:05 по Киеву. И мы точно дождемся рассвета. Вместо начала рабочей смены. Такими темпами. Слушай, а еще даже Юпитер виден. Опа, птичка, зачет. Виден еще, даже несмотря на облака, Юпитер, это же надо. Давай сейчас попробую поймать. Раз такое дело, только что классный получился дубль. По-моему, даже большое красное пятно снял. Эй, Юпитер, а, ну вот же ты. Ты видишь, пришлось контрастность уменьшить, иначе не было все просто пересвечено, но уже слишком ясно. Уже там где-то солнце встает. Вот они, ребят, это, конечно же, не то. Через облака это разве что как анекдот можно отметить, что ты даже вроде и полосы видны странно, неужели облака настолько не мешают? Ну, я вижу полосы экваториальные, спутника уже, конечно, не вижу. Врать не буду. Я вообще не врущий. Так, ладно, 613 миллионов километров до Юпитера. Не будем его гнать от себя. Сейчас снимем Луну и поедем таки на работу. Ну сколько можно с этим тянуть. У нас сегодня в активе съемки Плеяд, стажаров Субару. Съемки Сатурна. Съемки Юпитера со всеми четырьмя спутниками. И Луны с вот этими пристальными глазами. С хитрым прищуром на линии терминатора. Ладно. Отправлялись они на работу, там уже солнце встает совсем-совсем.